Уважаемые граждане России, дорогие друзья, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Володь, ты ебать! Какое повышение возраста? Может, сразу им скажешь, что мы тупо у них этих бабки отжать? Ну, че ты орешь сразу? Ну, немножко по-другому скажи. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект о корректировке пенсионной системы. Хотел бы с вами его обсудить. Кто даже писал? В смысле обсудить? Вообще, что там эти холопы думают? Я им просто должен сказать, мол, вот вам моя царская милость, хавайте, не обляпайтесь. Чё вылупился? Переписывай. Скажу честно. Скажу предельно честно. Некоторые пункты реформы мне и самому не нравятся. И я убежден, что нужно ее смягчить. Слушай, ну, хорошо получается вроде, да? Убедительно. Даже сам почти поверил. Слушай, а давай что-нибудь про Навального. Различные политические силы пользуются народным возмущением для саморекламы. Мы не должны позволить им раскачать лодку. Как тебе такое, Лёшка Навральный? Ух, как я его, а? Владимир Владимирович, отпустите меня, я все сделаю. Ха, что, прям все сделаешь, да? А ну-ка скажи, что я самый лучший президент. Вы самый лучший президент. Ну что, теперь отпустите? А вот тебе выкусил, да? Че, не, теперь не такой крутой, да? На. Навальный! Да сколько ж можно? Что ж ты за человек-то такой? Вырубите камеру, завтра перезапишем. Подними меня.